Всем привет, я Александр Пазенко, и тут, в общем, такая ЧПшечка со мной произошла. Я не знаю, за сколько сотен лет впервые сел не на тот троллейбус. Короче, я заехал в какую-то жопу мира, блядь, до Дорогожичи. Там он карандаш или вышка, блядь, вообще. Какие-то стрёмный район. Мой маршрут 18-й, это вообще какие-то непонятные вещи происходят. Но я не растерялся, местных малышек узнал адрес, уже вызвал таксо, которое еще не ответило. Люди, конечно, не видели здесь еще дядек с камерами в руках. Чувак шел, короче. Блять, какой-то балерун. Это пируэты раздает. Я не вор. Ну ладно, короче, чтобы вас как-нибудь развлечь, расскажу вам, что у меня новая тема. Я брошусь, потому что я вырос в очень стрёмном городе, на очень стрёмном районе. Я с 7 класса хожу с ножом. Меня уже резали и стреляли, и потому у меня привычка всегда контролировать ситуацию, в каком бы я состоянии находился. Я оборачиваюсь, потому что братью не любят затылка вырубать. Короче, поделюсь с вами новой мулькой. В последнее время я призадумался о том, что у меня всегда была мечта начать пить вино. Изучить все эти темы там, по поводу вина и начать его пить. И, в общем, малая уже орёт с меня, собирается дома бутылки возле моей кровати, она не хочет их убирать. Говорит, посмотри, ты алкаш, сколько уже собралось, но я, конечно, вынес на днях. В общем, тестирую я сейчас красные полусладкие вина, кто разбирается, поймет меня, что это такое. Короче, тестирую красные полусладкие. Прочитал, там ребятки подкинули статейку о том, что как бы что разница в 2-8 долларовом вине и там 100 долларов почти никакой. И потому я начал с сегмента в районе 50 гривен. И сейчас вот дошел до цены в 200 гривен за вино. И скажу вам, что разница все-таки есть, разница чувствуется. И вот зацените, какую я бутылочку сегодня купил после работы в Биле. Вот такая вот Solo Amigos Red Dry One Merlot Chili. Она напоминает больше бутылку от шампанского, так как она огромная, тут, наверное, литр или больше. Я еще не успел рассчитать, рассмотреть эту этикеточку. Она вообще, я выбираю вина по обложке, по эстетике, по исполнению, и только так выбираю. Ну и, конечно, ориентируюсь красной полусладкой, потому что его более-менее вкусно еще пить. Это поприятнее. Вот пришел месседж, сейчас проверю, может, это таксо. Да, таксо. Део Нексия. Ну, я не сомневался. На другом не ездил. Для обратюни. Брат говорит, что его кто-то выручает. Типа нормально. Короче, буду пробовать выбираться отсюда. Алло, здравствуйте. Я вызывал на Дорогожичную 16. Да, я тут возле дороги на остановке, я не во дворе. А у вас серый Део, да? Все, отлично, да, я вас понял, тогда до встречи. Благодарю. Еще 7 минут пребывания на этом районе, и все будет плохо.
представьте, дети Индиго со вспоротыми животами. Или команда по кёрлингу нахуй погибла в катастрофе. Вообразите себе гнойную опухоль. Телегипопотама. А я пока спокойно допью свой душистый кофе. Скоро я встречусь с Лёликом. Ровно в 4 в сквере. Страшный пиздец, вы такого страха в школе не проходили. Мне нужны кофеин, надежда, глушитель, Стечкин и Вера. Сученый Лёлик будет меня убивать, так друзья доложили. Эти 8 минут тянутся бесконечно. Где этот, сука, таксист? Волчонок и Мурчик. На дорогожище куча братков, но самое интересное, что они все забиты. Девушки, вы так круто, идите мороженое. Как сексуально. Молодцы. Алло, Пазинка, слушаю. Да. А, вы таксист. Вы таксист, да? Да, 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 все правильно, вы нам... Ага, все, вот это я. Здравствуйте. Ой, не закрыл. За метро Советс с одной стороны и с другой по 4 машины гаишных остановили. Ну, понятно, всех останавливают, и ничего, просто все нормально, все нормально. А что случилось? Задержался, я не знаю, что там происходит. А это Дорогожич, правильно? Вот это? Да. Ну, ближайшее, да, метро. Что я это? Сел на 18-й. Вернее, езжу на 18-й. А он же что-то не ходит. Просто. Так вот именно. А, это вы на 16-й? Да, я перепутал и сел на 16-й. Да, 16-й. Спасибо вам большое. Всего доброго. Главное не разъебать вино. Обычно такие старые люди, как я, остро реагируют на такие неприятные ситуации, как это потеря времени, ну и само признание своих ошибок, конечно, также не вовремя. Но благодаря этому я взял свою GoPro и отснял вам лайв. Так что добро пожаловать в мой влог о жизни странного парня по имени Александр Пазенко, с которым вам еще стоит познакомиться. Так что до новых встреч. Все, ребятушки, бай-бай, пока-пока. Плачь, плачь, танцуй, танцуй, беги от меня.